Владимир Путин, председатель парламента Крыма Владимир Константинов, премьер-министр Крыма Сергей Аксенов и уполномоченный города Севастополь Алексей Чалый подписали договор о принятии автономной республики Крым в состав России. Ранее Путин выступил с обращением в Кремле перед депутатами Госдумы, руководителями регионов страны и представителями гражданского общества. Договор вступил в силу с сегодняшнего дня. Таким образом, отныне в Российской Федерации будет 85 субъектов.